Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре я расскажу вам о книге Марка Ливии «Между небом и землей». Данная книга рассказывает о романе двух совершенно разных людей – Лорен Медика и Артура Архитектора, о том, как Лорен попала в аварию и впала в кому, а Артур влюбился в призрака. Книга очень увлекательная, читается быстро, в ней есть очень много интересных поворотов событий. Казалось бы, странно, что человек может видеть одного, а другие его не видят. Но все же бывает так. Марк Ливий смог рассказать историю, которая кажется на грани фантастики. Но ведь даже в ней есть то, что бывает у нас в жизни. О чувствах, о том, как люди переживают за других. И о многом другом. Если вас заинтересовала книга, советую вам прочитать. Много времени у вас на это не уйдет. Но вы запомните эту книгу хотя бы ненадолго, и вы найдете в ней что-то свое, что-то то, что близко вам, и что-то, может, даже покажется вам знакомым из своей практики. Всем спасибо, хорошего вам дня!